Здравствуй, Федя. Ты мои ботинки желтые почистила? Почистила, они в шкафчике для обуви. Обед готов? Готов на столе, молоко в холодильнике. Поздравительные открытки моим родственникам написала? Написала, отослала. А почему у меня такое чувство, что в доме какой-то непорядок? Ты мои ботинки почистила? Почистила. Федь, мне надо с тобой серьезно. А обои купила? Купила и маленькую комнату оклеила. Однако сердце у меня не на месте. Федя, Ты швейную машинку починила? Починила. Я давно хотела тебе сказать... Ботинки мои почистила? Почистила, не в шкафчике для обуви. Я давно хотела тебе капусту сказать... Капусту для засолки порубила. Порубила, посолила, вон на окне стоит. Однако... Федя. Ты на целый час раньше меня приходишь с работы. Что ты за это время еще сделала? Я сходила в ЗАГС. Так. Я развелась с тобой. Ну? Я вышла замуж за другого. Вот видишь, я как только вошел, сразу понял, что в доме что-то не так. А ему ботинки почистила?